Для нашего салата нам потребуется несколько картофелин, предварительно сваренных в мундире, сельдь у меня с пряностями, банка фасоли, соленые огурцы, пучок укропа, красный репчатый лук. Картофель нам надо очистить. Режем произвольно кубиком. Открываем банку фасоли. Ее надо промыть. Добавляем фасоль к картофелю. Берем огурцы. У меня свои огурцы. Рецепт есть на моем канале. Режем тоже кубиком. Добавляем в наш салатник. Режем красный репчатый лук полукольцами. Отправляем к остальным ингредиентам. И мелко нарезаем укроп. Сельдь порежем на мелкие полосочки. По вкусу добавляем молотый черный перец, слегка подсаливаем, только слегка, потому что огурцы у нас соленые, и селедка. И все тщательно перемешиваем. Заправкой у меня служило масло из-под сельди. Пробуем салат. На соль, селедочку обязательно. Это бомба. Ребята, это очень вкусно.